Еще раз, да. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами переходим к раунду плей-офф. Матч за пятое место. Мы буквально еще несколько минут назад наблюдали за игрой второго состава Арсенала, а теперь уже первый состав Арсенала противостоит ребятам из команды «Дюш-13». Won't you rain on me tonight? All right, free ride. Won't you take me close? Far away.
Won't you rain on me tonight? Oh, life, oh, life, please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop when the red lights flash. Won't you take me close to just can't be satisfied. All losers and cheaters, won't you please hold on my line? Oh, hours and hours, like the you see. Матч завершен, и со счетом итог, с итоговым результатом 5-3 победу одержала команда «Арсенал-1». Именно она заняла пятую позицию в нашем итоговом реестре. На шестом месте завершила борьбу команда «Дюш-13-07». Да. Вот, мы сегодня отмечали, что во многих матчах команда, которая первыми забивает голы, потом проигрывает. А с командой «Дюш-13» это, по-моему, уже не первый раз происходит на нынешнем турнире. Вот, а в чем же причина, по вашему мнению? Причина в том, что мы седьмой год рождения, а играем шестым годом. Поэтому нас не хватает. Мы выходим вперед, играем нормально, выходим вперед, потом не забиваем. Потом команда противника начинает прессинговать, так как они старше, выигрывают борьбу, мы проигрываем борьбу, из-за этого начинается психология, выходит на первый план, мы начинаем сыпаться. Вот, в конце потом мы опять просыпаемся, вот, играем вроде неплохо, а нервы мешают нам забить. Было несколько моментов, я считаю, мы достойно сыграли против «Арсенала» шестого года, так как мы на год моложе. Могли бы тоже, опять же, как и в матче с «Дюш-7», дотянуть до пенальти. Сегодня вот как две разные команды играют, так и результаты получились разные по двум сегодняшним матчам. Одна команда выиграла, другая проиграла. Вот, я думаю, что победе первой команды вы так все-таки порадовались. Да, ну, ребята выиграли. В любом случае, любая победа приносит удовольствие. Ну, с другой стороны, немножко не фартило, конечно. Ну, кто одел не ту обувь, катался на футбольном поле. Ну, выиграли, молодцы. Турнир получился отличный, мне понравилось. Детям тоже, я думаю, понравился турнир. Новые впечатления, новые эмоции навсегда приносят удовольствие. А кто-то более подготовленный, кто-то менее подготовленный. Так что на все это и как раз есть разница и в результатах, и в уровне игры.
Revolution.